Приветствую, друзья. Сегодня у нас ЕСО VX Alta. А жалобы то, что нету педерача. Плохо слышно. Сейчас будет вскрытие, посмотрим, что здесь. Вот. Или что-то сгорело, или что-то просто сломалось. Вскрывается очень просто. 6 винтиков. Здесь мелкие, а здесь длинные. Вот они лежат. После чего у нас отходит передняя панель. Здесь видно у нас шлейф. Вот, аккуратно отстегиваем шлейф. Отсоединяем переднюю панель в сторону. Не надо. И после чего уже выкручиваются следующие винтики. Это заглушка просто. В моем случае. И тут 4 винтика еще. До того, как открутили 4 винтика, снимается декоративная, то есть, вернее, ручки. Потом откручивается вот эта заглушка. Откидываем немножко резиночку. И здесь также шлейф аккуратно отсоединяем. Откидывается в сторону. И вот у нас уже доступ к плате. Есть тихонечко. Мы ее снимаем отсюда. Желательно все предельно аккуратно делать, так как все очень тонкое. Не повредить шлейф. Все это плату тоже убираем в сторону. И сейчас будем внимательно посмотреть. Вот оно у нас, это место. Где-то здесь у нас какая-то оказия. Извлек плату полностью. Так, это у нас прием передающего устройства. Транзистор выходной. Видно, здесь радиатор у него и буксолитная смазка. Почему полностью снял? Потому что здесь у нас отсутствуют кое-какие элементы. Вот. Владелец станции попытался что-то засунуть туда. В результате снес элементы, лесажу. Вот. Поэтому сейчас надо установить. Так, конденсаторы C1165 отсутствуют. И конденсаторы, а и резистор R1052, 1 кОм и 0,001 микрофарад конденсатор. Ну, сейчас где как-то надо будет поизвращаться, залезть паяльником и пропаять здесь детали. Все, запаял оборванную проводку, запаял более-менее такую мягкую и немножко вот такую оставил загибулину, чтобы она у нас немножко деформировала, при деформации, ну, как бы играла. Сейчас соберу рацию и проверим уже на предмет педерача. Собрал рацию, все. Проверяю на маленькой мощности, стоит станция. Ну, выдает 0,5 ватт. Ну все, причина не справности, то, что слабо принимала и слабая была модуляция. Это у нас обрыв провода был. Друзья, всем удачи и до следующих видео.